Так, всем привет. Вот это легендарная машина, да? Андрюха, это сказка. Андрюха. Андрюха. Это песня. Это песня. Вот эти шланги. Так а сколько шлангов здесь будет? Сколько? Ну считай 8 плюс 1, 7 плюс 2, 9 там. 9 шлангов? Там, да, на распределителе. Его хоть видно, распределитель? Ну вот его отсюда, это наш видно. Тюнинг идет. Так оно в салоне будет у него да. Все? Ох, елки, бородач, вот это, блин. У не мог. Ручки в ту сторону, вон ручки, видишь, лежат, они в ту сторону. Торчат, там крышечка, вон еще лежит, сейчас надо поставить, прикрутить. Да, бородач. Нет, ну в принципе, пока шланги мягкие, то еще можно поставить. Ну, в принципе. А так, наверное, как-нибудь. А, это под эти, да? Да, там. Под насос сам, вот так конструкция. Короче, и сразу же на ней же будет два бачка. Короче, бородач он готовится цилиндр, к серьезному оффроуду, я понял. Цилиндр. Да, лебедка. Лебедку давай хоть саму покажем. Ого, тут уже подусилили конкретно, да, все, я смотрю. Ну да, бородач, он жесткий парень. Может оторвать. Слышишь, это опять, какой раз это уже при... Нет, уже окончательно... Пришпандерили. Ну, после того, как мы ее сюда перенесли, то он уже как бы с ней выезжал. Что-то отрывал он, помню. Или то он, или то он снимал. А, когда здесь было... Короче, лебедка. Гидравлика. Уменьшали по ширине еще. А, уменьшали по ширине, да? А, она ж точно, она торчала, да? Блин, переживает Паша, что... Отец Павел переживает, что, блин, трансмиссии, чтоб басты не начали ломаться с этим размером колес. Вчера с ним долго разговаривали. Я говорю, да не очкуй. Но где-то он вычитал, слышишь, вычитал, что говорит 1,30 м, допустимый размер шин в унемоге. Ну вот в этой модели, где-то он там изучает. Понимаешь, самое обидное в них, то, что они под большой вес машины рассчитаны. Если он их даже спускает в ноль, то... Не, ну продавливается машина, да, тоже. Не продавливается. Не продавливается? Ну он даже залазил, не прыгал, но не продавливался. Ну, блин, так тут проблема основная, что это? Еще с дисками, блин, что нормально нельзя не спуститься, ничего. И тоже диски там что-то мастерить. Ну хотя вот он типа боялся, что их типа будет проворачивать, потому что диск тоже. Не, ну они накачаны. Сюда должно садиться. Например, это кольцо в грузовике, оно стоит лишь вот здесь. А, у него оно здесь. Он делал метки. Не проворачивается? Вроде бы даже да, оно подспущено. Так, завтра говорил, поедет на оффроуд. Так что, возможно, завтра мы его увидим на унемоге. Я сейчас ехал за сальниками, размолотило, как обычно, после того, как шрус на мегауазе сломал. Сальники разрывают все вдребезги. Сейчас чуть позже покажу. Приехал за сальниками, а тут уже унемог рядом, не удержался. Думал не заезжать, не смог не заехать я. Вот последнее. Заключительное соревнование перед приземлением на бок. Это было в Прилуках. Росомаха организатор. Так что завтра у нас оффроуд. Слепой баню топит. Будет на Абалоне движуха. Кто хочет, приезжайте. Блин, там человека... Паша, человек... Паша поставит как трамплин прыгать. Наверное, да, в прорубь. Короче, человек написал добавить вайбер. Я случайно, сначала же его сохранить надо, чтобы в группу добавить. Кстати, напишите, я случайно не тут, не на место сохранить, ну, промахнулся пальцем и удалил, блин. И нету контакта, не могу ни позвонить, ничего. Так что Сергей, кажется, зовут. С УАЗом в Киеве он. Есть там такой. Да, так что если... Вот Сергей, этот, если этот ты... Этот вайбер по 5 раз, блин, в неделю тебе говорит, обновите последнюю версию, блин. Что у них там обновляют, я не знаю. Да лучше не обновлять, потому что... Потому что потом начинается... Ну просто эти пиликанья. Короче,
Вот так у немых выглядит. Так что, Сергей, если ты видишь это видео, прошу прощения, удалил случайно, напиши опять, я добавлю. Не удалось с первого раза. Ну, так получилось случайно. А что еще, Андрюха, кроме лебедки? Все? Ну, гидроцилиндр, вот я видел. А где гидроцилиндр? Ну, вот брали, стоит, который борт поднимает. Так и борт будет подниматься? А, вон стоит, ё-моё, слышишь, а я и не видел. Смотрел, смотрел, вот это гидроцилиндр, да? А я думаю, что вы тут мастерите так долго? Он вещь, он в ту штуку, он на платформе туда упирается. Ох, ёлки. Так подожди, борт, кузов будет на бок или... А, назад, да? А, так он, слышишь, он сможет подрабатывать где-то песочек, подвести кому-то, да? Где-то какой-то крупы. А, Выборыш скоро. Выборыш скоро. Это бородач под подъезд подвозит к там бабушкам, да? Высыпал. Крупу какую-то, блин. Кому-то песочек в песочник, да? А, так вот, что так долго. Вот, друзья, все теперь понятно. Слышь, а как же мне туда попасть, блин, хоть ближе? Залезь, блин, залезь. Главное не убиться, блин. Вот я вверху уже. Да, раздаточка. Вот это количество шлангов неимоверное. И трубок, так в смысле воздушных? А, вот то, что ты имеешь в виду парами, то, что идет? Ну там тоже, да, вот это, Андрюха, имеет в виду это количество. Я имею в виду гидравлических количество шлангов неимоверное. Ух, елки. А, отдельно выведено еще. Ух ты, блин. Короче, бородач как техничка будет. Так это он с покатухи, кто сломался, там какой-то 69-й Ниву в кузов и выгружать удобно. И на металлолом. А, вот же его кузов, да, стоит? Да. Тю, блин, я думал, он на улице где-то, я и не вижу. Вот кузовок уже покрашен. А днище влагостойкое, да? Не, ну правильно, что мучаться. Она и тепленькая, босичком можно ходить, и полежать. И песочек. Слышь, тут следы оффроуда вижу на крыше. Когда он грязью кидался. Когда это было даже, ты помнишь? Когда таки... А, мы когда катались на Десну мы ехали. Ой, какие жирные там места, конечно. Но... Оффроуд, кстати, в этом году весной должен быть очень зачетный. Снега много. Тут с ботаником интересно. Ботаник сильно рано назначили. Рано назначили? Угу. Когда будет? В первых числах апреля ботаник трофи будет в этом году. Ну, точно там позже. Позже скажу. Он будет очень жесткий, потому что ставят еще наверняка будет по снегу. Люк у него здесь. Да, такие котлетки лежат. Хорошие котлетки. Много, да? Слышь, а вот это какой-то распределитель еще. А, тормоза, да, гидропневматические, да, получается. Ну, схема сама интересная, подвески, я имею в виду. Что карданы на месте все стоит? Ну, в трубах, да, кардан внутри. Кардан внутри, да, то есть все герметично. Ну, мы так думаем. Мы так думаем, да. По крайней мере, так было с завода. Слышишь, так получается вот это... Сюда насос еще прикручивается. Сюда насос, а здесь... А там по прямой, да? Да, ну там фланец такой, видишь, блестящий. А, вижу, да, фланец. Сейчас попробую показать. Чтобы ты понимал, он несъемный, поэтому... В таком положении пытаться залезть, его придумали, как бы. Короче. Короче, чтобы снять этот фланец, надо разобрать вот тут вал отбора мощности с тем элементом полностью. Короче, весело тут, да, так. Машина непростая. Плюс то, что сам Паша говорит, что большинство гаек откручивается с очень длинной трубой. Ну я колеса тут откручивал сам. Было непросто. Было непросто. Так, вид сверху. Лебедка. Так это БТРовская, да? Ну да, да. Но она полегче, что там типа. Как полегче?
БТРовская. Не, ну там алюминий какой-то присутствует на фоне 66-го. Ну, не глобально, понятно. А что там только на крыше? Колеса, кстати, меряли, знаешь, сколько колесо? 1,35 м. Ну, мы так, рулеткой, конечно. А у тебя эта та, что меряет, ну, она... Она до 40. А, она не померяет, да? Да. 42. Какая, смотря по... Ух ты ж, елки, слышишь, вообще не прогибается никак. Слышишь, так а болотоход может показать сразу. Луаз. Ну еще пока, ну чего, давай хоть в общих чертах. Коробка, мотор, тут будет очень крутой аппарат. Так а это интеркулер твой, что ли? Вот он с интеркулером, он так и идет. Блин, так крутой мотор ты купил вообще. Единственное, что, может, придется переделывать мотор. Так а сколько тарелка был? 100, 130? Нет, у него где-то в районе 110 должен быть, где-то вот так должен быть. Ну, такой заряженный мотор. Ну, что классно, он механика, насос. Все вместе, видишь, вот тебе топливное, все. То есть... Это вот на этом Луазе будет. Когда мы его увидим, еще пока не знаю, но скоро. Он полуосе. А что за полуоси? Заказные, да? Да. Так а с чего? Подожди. С тракционной стали. Не, я понял, тут, с чего трансмиссия будет? Тут под колхозный редуктор, а там под грибок. А, и так как у Жени, ой, нет. Как у Олега будет? Ну да, только тут оно цельное, не сварное. Угу. Ну мост будет совмещен колхоз? Ну вон как бы. А уже первые макеты. Собрали уже? Ну не собраны так чисто. Оформленный пока кусок, уже чуть-чуть так выставили подворотом. А вот я понял. Короче, будет колхоз с воякой совмещен. За счет этого понижения, да? Да. Не ну, надо. Как-то будет в качестве эксперимента тут 69. 69-ю раздатку попробуем. Коробка Полонез. Да, коробка Полонез, кстати. Кто там подумал, что Жигулевская? Дизельного Полонеза? Я еще думаю, как она подходит, и говоришь, подходит. Ну, с дизельного полонеза подходит. С дизельного. Ну, в такой комплектации. А стояла... ты прикладывал четко, да? Ну, в такой комплектации оно стоит на полонезе. А. Только там мотор без турбины, без интеркулера. Вот. А и на Ниву такую же комплектацию ставили, те же во Франции. Такая же коробка стояла, да? Угу. Пятиступка. Угу. Да. Неплохо. Слышишь, вид сзади. Короче. Так, все, друзья. Поехал за сальниками, подшипниками. Ой, подшипники не надо, хотя надо тоже. Слышишь, буквально. Покатались чуть-чуть, что? А. Ого. Нет, это насос, а мотор такой. Насос. Это с бородача, ну, бородача ж. Да, это, блин, конечно, такое. А тут тросовый клатч. А это твоя рулевая будет? Тросовый клатч. Вот это? Да. Короче, тут подход серьезный, я понял. Так, тросовый клатч. Так, ну все, всем спасибо. Подписывайтесь, бородач завтра должен быть на оффроуде.